Внимание, Всем привет, дорогие зрители! Вы на канале Tale of Play. Как ваши дела, мои дорогие друзья? Мы продолжаем Dead Cells. Вот, я даже не перезапускал игру, не выключал и сразу продолжаю запись. Поэтому, возможно, я не знаю еще, не в курсе о ваших комментариях, то, что вы писали на предыдущем ролике, на предыдущей серии. Блять. Пиздец. Хорошо, что не издыхает сразу. Ну ладно, погнали. Меньше болтовни. Оп. В предыдущей серии, короче, мы победили босса, открыли новую способность создавать лозы для того, чтобы подниматься на высоту. Блять, что-то они жестче стали. Какие-то еще прыгающие стали они, блин. Или они такие были, просто они не успевали прыгать, я их быстро валил. Так, тут я так по-моему провалимся. Ну его нахер. Жалко сейчас, блин, помирать, я скажу вам. Капец, как будет жалко. Что ты делаешь? Фу ты. Что-то я растерялся, блин. А ну, спустил, не получается. Пробивать. Вот так, наверное, тут надо подняться. Опа. Да, надо, блин, следить за ихними ударами, потому что они... Кто еще телепортируется? Давайте выпьем одно зелье. Я, наверное, поторопился. Так. Поехали дальше. Так. Крутые мужики не открывают двери. Крутые мужики только их ломают. Тренажер стрельбы по живым мишеням. Ага. Ну давайте посмотрим. А, у меня же нету лука. Совсем забыл. А, подожди, подожди. Здесь лук и стрелы вроде лежат. Их можно будет подобрать? Снаряжение. Несколько луков и стрелы. Ага. Электрическая плеть. Ага, это еще типа покруче, да? Это то, что у нас есть. То у нас что было? Второго уровня, это у нас третьего уровня. У вас максимальное количество чего? Плюс 50 урона, если у вас... Короче, ну поменяем. В любом случае я вот этими парными мечами бьюсь. Правда, вот этих парных мечей, блин, дальность удара, блин, слабоватая. Например, вот то же самое у этих. Видите, как далеко ударяет вот это? Кнут. Ну, кнутом, честно говоря, удобнее биться, чем вот этим парными кинжалами. Намного удобнее. Смотрите, как классно. Тем более, сейчас максимальный ХП у меня плюс 50% к урону из-за этого. Вообще красота. Видите, как быстро мы их валим. Блин, она даже верхних бьет, а не то чтобы врагов, которые перед нами. Даже выше нас, и, блядь, ниже нас. Вообще крутая. Мы просто рвем и разрываем нахер всех. Так, наверное, скорее всего, так и сделаем. Поменяем вот сюда. На другую кнопку, потому что ей... Этой кнопкой удобнее играть. Так, давайте попробуем вот это прокачать. Ух ты, ни хрена себе, сколько у нас ХП. Так у нас же вроде бы зеленые одежки, ничего нету. Блин. Но оно все равно нам прокачает. То есть не обязательно надо, чтобы у нас какое-то оружие было. Какого-то... Куда ты полетел, придурок, блин? Ладно бы еще хорошо. Случайно я нажал, он полетел. Ну, типа вот, ну, удар вниз, или как эта фигня называется. Так. Но это же не значит, что он должен пролетать мимо вот этой, блядь, доски, блин. Так, что я делаю? Я думаю, за это можно зацепиться. Так. Что тут тупик? А ну, не ломается тут ничего. Странные места, однако.
Вроде бы вниз проход должен быть, а он закрыт. А чем ломать, как открывать, фиг его знает. А ну-ка, что тут написано, чтобы не заскучать? А, это типа то, что во время загрузки написано было. Можно открыть карту и дочитать, если ты не успел. Удобно придумали, конечно. Так, а ну-ка. Ну давайте еще раз это прокачаем. Всем хп прибавим. 1900 хп. Охренеть. Сейчас мы реально будем просто бессмертными будем в этой игре, блин. Крутотень. А, видите, сейчас урон чуть-чуть поменьше стал, потому что... Ну, не чуть-чуть, на 50% как бы. Все из-за того, что нас подбили. Блин, кебаб у нас выпадет, интересно. Было бы круто. У нас опять бы увеличился урон. От плетки. У нас уже 10 тысяч золотых. Я даже не знаю, на что это все тратить. Так, вниз смотрим, что у нас тут. А тут у нас ничего особого. На один секрет, вот, мы случайно нашли секрет. Так, там дальше есть проход? Вроде нет, надо будет вниз, наверное, спускаться. А, блин, попал по мне. Ой, вот это вверх поднимаешься. А, вот и кебаб, блин, который я так хотел. Отлично. Блин, 10 хп не хватило, чтобы было максимум. Вот зараза. Это из-за того, что тот лучник мне попал. Сволочь такой. Ага, телепорт новый открылся. А, надо правильно тут перекатываться. Что это? Что это сейчас было? Чего оно мигало? Чего я не понял вообще? Ага, новый чертеж. Зашибись. Обморожение. Замечательно. Давайте возвращаемся с помощью телепорта тогда и бежим дальше. Так, ух ты, ну еще и оглушает врагов, еще шикарная, не пушка, а мечта просто. Так, ну-ка этого завалим. Что это такое? Ого, оно и так тоже выпадает, прикольно. Так, давайте фиолетовый используем. А вот это... У нас, наверное, скорее всего, красное будет. Отлично. 2777 хп. Жесть. Это так и должно быть, или я просто, типа, мне так сильно повезло? Вообще имбую, блин. Только в путь дать. Так. Ну реально, я просто тут все кромсаю, разрушаю, блин, и мочу всех, блин. Вообще без всяких проблем. Так, что это у нас? Если мы тут провалимся, я так понимаю, тут ничего хорошего не будет от этого. Дайте кебаб, блин, мне нужна максимум хп. Да-да-да, блин, ты еще меня ударяешь, ты скотина такая. Ого. Красиво, да, мы их сделали. Так, забираем. Еще один чертеж. Какая-то там поддержка. Так, мы правильно, да, идем? Отлично. Так. Ну, не может быть, давно не виделись. Ага, вот оказывается, почему так все дорого. Точнее, столько золота мы находим, так как у нас уже предметы подороже и дороже появляются. Ледяная граната, такое себе капкан. Это типа навык,
идет, или как оружие. Да, видите, мигает вот это L2 и R2 мигает, значит, мы туда это покупаем. Пока, опять-таки, не вижу смысла разбрасывать ловушки. Две ловушки, две, которые, блядь, как оно бесит вот это. Обездвиживает врагов и наносимые чего-то там. Урон. Я не знаю, пока не вижу особо смысла, я вообще не запариваюсь сейчас по этому поводу. Лимонка. Это типа граната, да, у нас? Ну давайте лимонку, кстати, возьмем. Вдруг может где-то она реально бомбить какие-то стены, блин. Поэтому возьмем. Проверим. Все равно у нас денег до хрена, я даже не знаю, куда использовать в этой игре. Так, блин, на то нажал. О, фига себе, взрыв был. Ага. Типа замерзают они от этой бомбы, а потом типа быстрее погибают от этого или замедляются. Да, что-то типа этого. Тут происходит. Не-не-не-не. Тут провалимся, да мы? Так. Тут ничего нету. А ну, а тут внизу что? Тут внизу тоже ничего нет. Ну тогда пошли наверх. А ну-ка, здесь что-то выше есть? Ага, есть, блядь, шипы ебаные. Так. Спускаемся вниз, летим, летим, летим. Оп, все, прилетели. Черный мост. Пошли. Сейчас надо прокачать будет еще на второй флакон для зелий. И посмотрим, что еще там можно прокачать. Кровавый меч, там вроде бы там немного нужно этих клеток. Давайте, наверное, это и прокачаем. Скорее всего. Что это? 60 врагов, не получив урона. Не получив урона. Тут уже, видите, уже одна дверь только осталась. Так, поговорим. Поговорим, братан. Обморожение. Обморожение. Мутация. Живучесть. Враги получают 42 урона, пока не замедлены. Ага, это уже не улучшение какого-то оружия, а самого вот этого воздействия, я так понимаю, да? Мутация, тактика. 99 при условии, что вы приблизились к установленной ловушке. Ага. Всякие разные варианты, да, этого дела. Так, специализированный магазин. Разблокирует особый магазин в тюремных камерах. Там вы найдете возможные редкие диковинки только опытного взыскательного покупателя. Откройте еще 18 предметов, так сказать, еще она закрыта. Переработка, кстати, что уже превращает предметы. Ага. Понятно. У нас особо, в принципе, мы по золоту не страдаем. Во, отлично. Целебная фляжка 3. Отлично. Значит, здесь уже надо будет нам открыть еще 7 предметов. А тут 9. То есть вот так, да. Прокачать надо 7 предметов, чтобы мы могли дальше целебную фляжку изучать, так скажем. Так, я думаю, 8, да, у нас. Оп. Прокачаем это. Чисто даже, я даже не знаю, для чего это, я скажу честно. Отбросьте врагов и наносите. Также 280 дополнительный урон, если враг ударился об стену. Последний удар связки отбрасывает любого врага. Это типа открыть новый предмет. Это когда мы прыгаем вниз, да, вниз ударяем. И, кстати, смотрите, оно исчезло. То есть только один уровень имеет. Да и все. Ну да, все верно. Вот так надо прокачивать то, что быстрее всего можно прокачать. Ну, чтобы открыть еще заблокированные возможности. Улучшения, так скажем. А! Мы это покупаем! Блин. Я не хотел покупать. Я думаю, это улучшение. Ну и на что мне это поменять? Ну я не знаю. Ну, блядь, не знаю, честно. Не хочу. Не хочу, говоря, но, в принципе, и не надо. Ладно. У нас просто вещи покруче. Почему? Зачем мне надо на что-то их менять?
Боеприпасы, блин, ну давайте прокачаем боеприпасы, хрен с ним, пускай будет. Но остальное пока не вижу смысла прокачивать. Что тут? Куча трупов. Забавно, все они напоминают меня. Ой. Ну, типа, это и есть его. Тут, ну, так подождите, я только тут пару раз умер, это не мои трупы. Пошли в жопу. Не до такой степени хреново играю, чтобы мне столько, блядь, трупов было. За такой короткий промежуток. Я всего лишь реально пару раз, может, погиб и все. Один раз при записи, второй раз просто не записывал, просто то есть бегал, прыгал, Женьке дал поиграть. Там сдох, походу. Ну, раз в пару раз. Остальные разы, ну. Вот это третий уже или четвертый раз, не помню. Достижение. Наконец, минутка спокойствия. Пошли первые черные. Да? Так. Привратник, блядь, босс сразу. Начинаем с босса. А вот это уже типа реально босс, да? Тут не реально босс был, а это реально босс. Вот для этого я оставил себе кинжалы. Чтобы не... А, пока, в принципе, у нас есть 100% ХП. У нас сейчас действует... А, все, теперь уже не 100 ХП. Ух ты, ёпрысоте. Не, ну я думаю, мы справимся. О, у него еще и кровотечение бахнуло. Вот сейчас надо вот, о, да, вот так мы кинжалом бить должны. А когда вот эта красная аура у него, тогда лучше, блядь, херячить его. О, хреново. Херячить вот этим кнутом. Ну, налегке вообще проходим. Мы так, блин, сейчас прокачались жестко просто. Просто жестчайше. Мы прокачались. У нас 2700 хп, блин. Ну да, больше хп, чем у самого босса, блин. Ох ты, блин, а ну. Ты задрал. Давайте выпьем зелье. Похерячим его. Да ты задрал. Ты сдох не хочешь сегодня? Как тебе такая идея? Типа жестче становится, да, чем дальше? Да, блин. Не, ну я как бы могу уворачиваться от этой всей херни, отпрыгивать вовремя, но я не хочу заморачиваться. Зачем? Мы и так с ним нормально справляемся. Все, готов. Свободен. Толстякам тут не место, вот именно, блин. Ого. Что это? Новый этот. Как он там? Артефакт, новый артефакт. Открыт новый предмет. Руна испытаний. Эта вечная руна открывает доступ к ежедневным испытаниям в тюремных камерах. Отлично. Что это у нас? Разрыватель связок третьего уровня. Это типа прокачка или опять-таки мы купим эту хрень, которая нам не надо. Ну, пускай будет. Разрыватель связок 3. Разрыватель связок 2. Так, дрона, если враг горит. Первая цель. Выстрел. Что? Подожди. Выстрел прошивает первую цель. Ну, короче, давайте вот так. Пускай будет. Дубина. Оглушает врага. Если что, я читаю. Так, понятное дело, что это не будет лучше того, что у нас сейчас есть. Проход древние... К деревне на своях, в дремлющем, и что там дальше, уже не я не вижу, не написано. Проход деревни на своях и дремлющему храму. Наконец-то минутка покоя, ну, в принципе, уже это мы читали. А, все, опять мы по... А, кстати, я в предыдущей серии никак не мог слово вспомнить. Nexus, Nexus, да, вот правильно, Nexus называется. Это слово. Привет, сам ты мелочь, сука. Ты добрался сюда живым? Конечно. Ну, живым. Ты знаешь, о чем я? Я кузнец. Работаю вместе с соседом, коллекционером. Как это? Я каменщик, работаю ты не без хлеба, точнее, без зарплаты. Я не отдам вам хлеб. Работаю вместе с соседом, а это, говорит, я кузнец, работаю вместе с соседом. В обмен на клетки я могу улучшить твое снаряжение. Ага.
Что-то новое, да? Легендарное кузнецо. Приносите клетки, и шанс выпадения качественных предметов вырастет навсегда. 0% найденных предметов будут качество плюс. А, закрыто, не завершен предыдущий уровень. Ага. Раз, два. Слышь, блядь, кузнец, ты не сильно охренел, блин? Смотри, сколько тебе. 500 клеток надо, чтобы одну прокачать вот эту хрень. Ну ладно. Что ж поделать. Все равно придется это все качать. Пока есть возможность. Так. Здесь что у нас? А, он типа будет на постоянном теперь? Если так, то прикольно. Так, а я тебе уже, чувак, извини, ни хрена не осталось. Хотя мне, в принципе, и клеток особо не было. Поэтому ничего страшного. Огнево. Это я так понимаю, опять-таки, если мы эту хрень прокачаем, то нам оно выпадет. И все, и просто, наверное, пропадет. Ну так это, да, наверное, делается, происходит. Сейчас, секунду, секунду. Оружие, да, оружие ближнего боя, дальнего боя. Так, ну качать тут, ну, а что я разглядываю так? Нет. А то, что мы, короче, там сапог себе, там кровавый меч, короче, сделали, его нельзя, типа, вот так, знаешь, прийти, я, чувак, я как бы отдал за это клетки, и можно, типа, их повторно там мне сделать, и я их заберу. Походу, это и так не работает. Ага, мутация. Что мы прокачаем? А ничего мы не прокачаем этот. Что-то он этот. А так, если поговорить просто. Не, не то. Не то. А так типа поговорить можно. Я так рад, что нашел вонючую свалку трупов. Ты ебанутый, вот что я тебе скажу. Нашел свалку трупов. Так. А что у нас тут? А тут у нас, походу, ничего. Ну, давайте тогда. Пополним фляжку, ХП. Отлично. Все, и поехали дальше. И раньше рыба начинала вонять тухлятиной только спустя несколько дней. Ну, это еще нормально, если несколько дней. Рыба вообще-то как бы и может через пару часов, двоек-троек часов, блин, тухлятиной завонять, если не будет в холодильнике. Так. Достижение одно. У нас желание рыбешку изловить. Ага. Че, о чем мы? Тут рыбу будем ловить, что ли? Как раз у нас кнут. Кнут электрический. Можем электричеством, короче, всех выбить наружу. Ну что, ребята, будем заканчивать на этой серию. Надеюсь, серия вам очень понравилась. Мы победили нового босса. Пришли к новой локации. Смотрите, какая анимация классная. Обязательно прожмите лайк, если вам понравилось. Спасибо, что посмотрели до конца. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Новые видео по-любому будет на этом канале, поэтому обязательно ставьте колокольчик еще к тому же, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Дискорд канал, пишите, если что. Будем общаться. Всем спасибо еще раз за просмотр. До следующей серии. Всем удачи, всем пока.